Владимир Путин объявил об односторонней приостановке участия своей страны в договоре о стратегических наступательных вооружениях, последнем действующем соглашении о ядерном разоружении между Россией и США. Выступая с обращением к Федеральному собранию, президент РФ также обвинил США и их союзников по НАТО в том, что они открыто декларируют цель поражения России в Украине. В Государственную Думу законопроектов нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Генеральный секретарь НАТО в ответ на это заявил, что никто не нападает на Россию и что НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить свое участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. One year since he launched the Russian invasion, we see no sign that President Putin is preparing for peace. On the contrary, as he made clear today, he is preparing for more war. Russia is launching new offensives, mobilizing more troops, and reaching out to North Korea and Iran. Госсекретарь США назвал шаги Москвы неудачными и безответственными. На пресс-конференции во время своего визита в Афины Энтони Блинкен сказал, что его страна будет очень внимательно следить за тем, что делает Россия, но оставляет дверь открытой для будущих переговоров.